траурный для всех нас, которые знали близко этого нам дорогого человека. Огромное спасибо всем, что сегодня полдень раз в работу, уважив эту семью, это родословие, разделяете большую утрату, горечь и отдаете дань почтения этому великому человеку. Рамтай Сарабоша Юра, как мы всегда звали его. Я знаю, знаком более 50 лет с этой семьей. Это человек из знатного родословия Хавасов, Федуфова, известный в Средней Азии, известный своей добротой, человечностью и порядочностью. Юра тяжело даже говорить на земле, ибо он долго не болел, он все время был на ногах. Но бывает такое, что коварные болезни, брата, родственники, дети, все делали для того, чтобы продлить ему жизнь. Амдаш-Гадабаша Юре, человек большого ума, добрый, уравновешенный, благородный, красивый, что внутренний, что внешний. Человек, который только делал добро. Вот я слышал, что тут сказали, что делал человек мишва. Эта мишва у него была до всех последних своих дней. Его помощь и в синагогам, и на кладбище в Самаркандском. Его он всегда стоял в списке номер один. Рамдаш Гадабаша Юре. Дорогие родственники, человеческая жизнь исчисляется не прожитыми годами, а теми деяниями, что человек оставляет после себя. Он прожил немного, 70 лет это еще не все, но он оставил доброе имя и много-много деяний, которые народ помнить будет всю жизнь. Добрый Байзад. Худой ой базе, хамо фазан доя, хунда карда, холо башу, холо базан.